На портале правительства Чувашии проводится опрос, насколько жители Чувашии интересуются новостями Универсиады. По данным сайта, постоянно следят за соревнованиями Универсиады лишь 16% опрошенных, 40% делают это по мере возможности. Для каждого пятого респондента важен только результат соревнований. Ну а 5% опрошенных спортом не интересуются вовсе. Для тех, кто Универсиадой все-таки интересуется, на сайте предложен еще один вопрос. Почему я смотрю Универсиаду 2013? Выяснилось, что большинство следит из чувства патриотизма. На втором месте по количеству ответов те, кто увлекаются спортом, а 9% смотрят Универсиаду, потому что она проходит у наших соседей в Татарстане. Ну а меньше всех тех, кто следит за мероприятием из-за его зрелища. Кстати, поучаствовать в опросе могут все желающие.